Добрый вечер. Наконец-таки вы дождались. Спасибо вам за терпение. Сегодня будет представлен, как бы сегодня состоится концерт-презентация моего альбома, который называется «Навстречу» или «Towards». Меня зовут Евгений Ремнюк, и в составе секстета мы сыграем полностью программу, которая идет на этом диске, один к одному практически. Вас еще ожидает сюрприз в конце первого отделения. Играют на сцене известные московские музыканты, которые пересекаются в различных проектах. Я их представлю позже. Еще раз спасибо за ожидание, и мы начинаем первое отделение с композиции «Танец на волне» «Dance of the Wave». We'll be right back.
большое. Сейчас прозвучит пьеса под названием «Прохлада». Кул. Thank you.
Спасибо большое за аплодисменты. Сегодняшняя программа, она как бы наполнена духом калифорнийского такого коммерческого джаза. И хотел бы представить музыкантов. Замечательно соло сыграл Константин Кокорин. Бас-гитара Алексей Заволокин. Ура. На саксофонах Святослав Текучев. И мощная ударная секция, состоящая из Петра Ившина, барабаны, и Руслан Чудотворцев, перкашн. Спасибо еще раз. Следующая пьеса будет иметь название «Умиротворение». Thank you.
Большое спасибо за теплый прием. Сюрприз, о котором я говорил, сейчас выйдет на сцену. Это будет песня со словами. Исполнит ее молодая талантливая певица Ирина Николаева. Встречайте! Называется песня «Summer Night». So still and I
Ирина Николаевна, спасибо вам за поддержку. В конце первого отделения мы бы хотели сыграть еще две композиции. Это будет «Лунный камень» и «Навстречу». Одноименное название альбома. Итак, «Лунный камень», «Монстон». Здоровый.
спасибо огромное. Еще одна пьеса. Святослав Тихучев, альтосаксофон. Великолепный соло. Немножечко отдохнет, 10 секунд. И дальше. Ковардс, навстречу. Thank you.
Петр Ившин, барабан. Благодарю. Руслан Чудаков. Ударные инструменты перкаши. Святослав Тимучев, саксофон. Алексей Золотин, бас. Константин Готовин, гитара. Евгений Ремик. Небольшой перерыв. Мы вернемся к вам. Спасибо за аплодисменты. Итак, по второму отделению прозвучит вторая часть альбома под названием Towards. И у нас сегодня специальный гость, который принимал участие в записи. Это перкуссионист, прекрасный музыкант Иннокентий Иванов. Но он известен в большей части как вибрафонист. Универсальный музыкант. Первая пьеса будет называться «Bay of the Joy» – «Бухта радости».
Накрытие Иванов, Перкашин. Замечательный музыкант. Спасибо. Спасибо большое. И сейчас прозвучит пьеса под названием «Это было вчера». That was yesterday. Здесь будет рояль, возможно. Thank you.
Спасибо огромное. Святослав Текучев. Собрались еще потом. Константин Кокорин, гитара. Алексей Заволокин, бас-гитара. Петр Ившин, барабаны. Руслан Федотворцев, перкуссия. А сейчас прозвучит пьеса «Свалунест», «Ласочкино гнездо». Возможно, это где-то в Ялте, а возможно, нет. Посвящение крымским событиям. Thank you.
Спасибо огромное. Святослав Тикучев, соло на сопрано-саксофон. Все молодцы. Итак, следующая Лапландия. Thank you.
Спасибо. И наша певица Ирина Николаева споет, сдублирует мелодию в припеве в очередной композиции «Закат на Бали», «Sunset in Bali». На рояле можно тоже быть?
Спасибо огромное. Ирина Николаева. Вы не устали? На последние две композиции хватит терпения. Вы не устали, а музыканты, к сожалению, немного устали. Ну, я думаю, что это последняя композиция. В ней будет развернутое соло ударных инструментов и перкуссии, и всех остальных музыкантов. Итак, это Wake Up, не знаю, как по-английски, но по-русски будет «Разбуди себя». Thank you.
Петр Ишин, барабан. Руслан Черноусов, перкуссия. Thank you.
саксофон. Разбуди себя. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в этот клуб, поддержали музыкантов и создали теплую атмосферу для игры. Это была презентация альбома «Томас» на встречу. Спасибо еще раз. Приходите на наш концерт.